Представляем вашу вниманию держатель подводного фонаря Спрут на запястье и ладонь. Фирма-производитель Сарган, страна-разработчик и производитель Россия. Это такая вот незамысловатая штуковина, имеет два ремня с липучками, которые фиксируются на руку вот таким вот способом, как и сказано в названии, на запястье и на ладонь. То бишь, один ремень вы крепите на кисть, второй ремень в районе ладони. Потом все это дело, конечно же, отрегулируется, поправляйте, как вам удобно. Верхняя часть тоже на липучке, на такой длинной, большой, очень мощной, я бы сказал. Внутри она гладкая. Вот эта вот, скажем так, часть фиксации фонаря, гладкий неопрен, который, он очень липкий такой, ну, то есть он не будет давать скользить фонарю в принципе. Соответственно, берется фонарь, ну, там, особо небольшого диаметра, чтобы хватило для того, чтобы захватить. Обтянуть достаточно плотно, чтобы он никуда не делся. Вот. И таким вот образом она фиксируется. Вот эту вот вещь. Ну, такой большой фонарь, мне кажется, не очень удобно. Надо что-нибудь поменьше, чтобы он вовнутрь становился. И можно использовать, получается, и фонарь, не держа его рукой. И также у вас дополнительно будет свободна левая рука. Ну, чаще можно использовать как на левую, так и на правую, но чаще всего на левую, потому что правши держат в руках ружье, то есть на противоположную руку от руки, которая держит ружье. Фонарь фиксировать можно дополнительно вот этот ремень, чтобы он никуда не выскользнул в момент вашей там подводной охоты или дайва, да, если вам так необходим. Дополнительно присутствует резинка также, чтобы его подтягивать, фонарик фиксировать, чтобы никуда не делся. Ну, на мой взгляд, действительно грамотная вещица, если вы пользуетесь не особо сильным фонарем, потому что как по нашим местам и водоемам, такие фонари слабой мощности не пользуются особой популярностью, поэтому можно использовать только как подсветку. Но где видимость хорошая, там можно и таким макаром в принципе охотиться. Итак, заходите на наш сайт baitscaf.ru, либо приходите к нам в магазин на Морской набережной 33.